Десятки пожарных сегодня с 6 утра тушили здание по улице Каирбекова. Как сообщает пресс-служба ДЧС Кустанайской области, в 5:50 на пульт связи 112 поступило сообщение о пожаре в гостинице «Сатты». Пламенем была охвачена кровля здания на площади 400 квадратных метров. В рамках взаимодействия на место пожара были привлечены сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, коммунальной службы, а также подразделения государственной противопожарной службы. Для обеспечения бесперебойной подачи воды ствольщиков на позиции были задействованы поливомоечные машины коммунальной службы, а также наружные сети противопожарного водоснабжения, то есть пожарный гидрант. Участниками был объявлен повышенный номер пожара. В связи с этим дополнительно были направлены силы и средства для помощи в тушении. До прибытия пожарных из здания самоэвакуировались 36 человек. Это 2 сотрудника гостиницы и 34 посетителя. Конструкции все из дерева, поэтому много пустот, поэтому скрытые очаги горения. Во избежание повторного сгорания пришлось скрывать конструкции, чтобы убедиться, что ликвидация полностью достигнута. В целом на месте пожара работало 12 единиц техники и 47 человек личного состава. Причина пожара устанавливается сотрудниками пожарной лаборатории. Жертв и пострадавших нет. Никто из людей в медицинской помощи не нуждался. Хамза Нурпейсов, Наталья Луговская, РТН.